Кайтакский район Дагестана и Калининский Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической, культурной и социальной сферах. В рамках взаимодействия будет сформирована законодательная база регионального уровня, произведен обмен программным обеспечением, разработаны и профинансированы совместные проекты, направленные на развитие экономики и инфраструктуры Калининского и Кайтакского районов. Далее гости из Санкт-Петербурга ознакомились с культурой и традициями жителей Кайтакского района. Уже после подарили ценные экземпляры книг, среди них «Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга», «Блокада», «Трагедия Ленинграда», «Ленинград в ожидании победы».